Шура считается 1147 года. И они, вот турецкая сторона, она это поняла и увидела, что надо это сделать. Дело в том, что еще последние два года ничего не было, да, вот, но да. Из-за пандемии, поэтому всем надо было, интересно было что-то, да, вот поэтому. Представьте, пожалуйста, для тебя. Добрый день, я директор компании, директор компании «Гастроинокс». Мы здесь находимся... Фамилия Чавдар Алпаев. Чавдар Алпаев. Мы здесь находимся для фестиваля. Нашу кастрюлю перевезли из Турции специально для этого фестиваля. Конечно, это было очень сложно. Много документации, бюрократии. Но мы добились, можно так сказать. Надеемся, именно в этом году, после пандемии, для народа очень интересно и полезно будет. Потому что до этого таких рекордов в России не было. В этом году, если не ошибаюсь, здесь будет 1140 килограмм каша. В Турции у нас тоже есть каша, буламаш называется, поэтому для нас это знакомо. Надеемся, все очень будет вкусно. Для этого, что надо, мы все приготовили. По весу около 2 тонна, диаметр 2,5 метров получается. Надеемся на будущее, как Маргарита повторила, здесь тоже в России будет желающие производить такие большие кастрюли. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. А на кастрюле это ваш логотип? Это, да. Ваш логотип, да? Это турецкий бренд, производит КАП. Они 1974 года занимаются, такие большие кастрюли делают. У вас частная компания, да? У нас, да, частная компания. Мы дилеры, получается, по России. Часто используется у вас Турция такая? В Турции, не поверите, наш президент Эрдоган что-то планировал, и они написали официальное письмо КАПу. Мы сказали, мы раньше написали, поэтому по очереди ждите, да, вот, но где-то они отменили через 2-3 месяца, теперь наш президент что-то планирует с этим делом. Потому что мы тоже любим готовить много, и в Турции тоже, если вы были в Турции, да, заметили, да, вот, но очень много открытых фестивалей, и там тоже пользуются такие большие оборудования. А такое большое оборудование вот только эта компания производит или еще какие-то есть компании? Сколько я знаю, в Турции больше нету. Нету, да? И в мире тоже очень мало. Почему? Потому что это очень затратная тема и невыгодно получается компаниям. А компания производит для народа, да, вот за то, что люди пользовались и получили удовольствие. Скажите, пожалуйста, форма кастрюли, она соответствует тем блюдам, которые в ней готовят? Плов, каши, что-то? Это народная, так скажем, да, да, народная, форма? Да, народная форма. Конструкция кастрюли? Да. Вот такие у нас прям точно такие же кастрюли. Когда была Османская империя, обычно вот такие кастрюли пользовались, да, вот, ну, потому что здесь сталь нержавейка, да, вот, ну, подходит всем блюдам. Плов можно, супы можно, и каши, и остальные другие, и все можно готовить без проблем. А в чем ваш интерес участия в фестивале, вашей компании? Дело в том, что здесь мы не смотрим. Наша компания, ваша компания, Россия, Турция. Вот, мы давно общаемся, мы соседи, мы хотим показать, как мы живем дружно. И когда надо, мы можем помочь, делиться. И такая же фестиваль может в Турции, из российской компании можно что-то в Турцию отправить, что то же самое сделать. Сколько стоило изготовление? Сложный вопрос. Они мне точно не говорят. Я не могу сказать. Коммерческая тайна. Ну, они не хотят поделиться. Они не говорят, мы не хотим сказать, столько стоит. Мы хотим, люди пользовались. То есть ваша компания выполняет функции дилера, как я понимаю, да? Да, мы дилеры. По окончании фестиваля кастрюлю есть в Турцию или здесь остались? Есть другие планы. Если в течение 2-3 месяцев мы не получим с российской стороны нового фестиваля, отправляется в Турцию, и в Турции где-то будет еще участвовать. Конечно, такой кастрюли, мне кажется, пусто не останется. Постоянно что-то будет готовиться. Ее же сложно перевозить. Как происходит этот процесс? Вы сами знаете, таможенный союз,
таможня всегда сложная, да, вот, но поэтому мы заранее за 2 месяца подготовились, все документы получили с двух сторон, заранее подали, получили разрешение с двух сторон. А особо проблема не было, потому что мы все заранее подготовились. А конечно, очередь в таможне, это всегда есть очередь. Придется этот очередь дождаться. А при подготовке блюда существует какая-то инструкция, положение, или просто повара собираются и готовят? Повара в основном знают, да. Потому что Максим раньше готовил здесь, поэтому основные функции знают. Мы тоже здесь, если что-нибудь понадобится, подключаемся. У нас еще будет специалист. А если больше, меньше, все мы будем организовать и контролировать. Нагревательные приборы гарантируют, что каша не подгорит? Нет, нет, конечно, да, да, да. Потому что сколько поваров будет, если я не ошибаюсь, постоянно будет контролировать минимум 5. Ну, 20 у нас. 20 поваров, да, вот, ну, и я думаю, они не дадут. А вот предел кастрюли сколько можно приготовить? Да, объем, я имею в виду, да. Объем 4000, да. 4500. 4500, да. Литров, да, вот, ну, я думаю, здесь где-то мы будем пользоваться половину, не полностью, потому что это каша. Если мы столько каши готовим, здесь придется неделю, да, вот, да. Но всем раздавать. Мышцы качат, поварам жалко будет. Спасибо. Пожалуйста.